Всем привет, друзья! Сегодня у нас вот такой вот большой ящик, чтобы вы все понимали, объемный вес 5 килограмм. И я вам скажу, что еще до анонса iPhone 12 китайцы уже полным ходом клепали у себя в Китае аксессуары к этим айфонам. Еще до анонса. Сейчас, на данный момент, еще нет продаж официальных, только предзаказы. А у меня эти уже аксессуары здесь в посылке. И сейчас вам покажу, что тут такое, и посмотрим. Так, открываем. Офигеть, смотрите. Так, чтобы вам было видно это все. Вот оно дело, блин. Здесь куча всего. И смотрите, вот он. iPhone 12. Чехольчик 12 Pro даже, вот он, такого вот плана. И мне интересно его вскрыть, посмотреть, как он там внутри. Но что самое главное, мне не интересен именно 12 Pro, 12 Pro Max и так далее. Мне вот еще один 12 Pro. Мне особо интересен это 12 мини. Вот как раз таки наш малыш, потому что это как раз таки новинка по дизайну, да, и по габаритам. Вот он, насколько он габаритный. Вот, у меня в белом цвете. Это все мы сравним. Значит, сделаем на мой 11 iPhone, примерим чехол от 12 Pro. Посмотрим, как там по габаритам, подходит или нет. А на вот этот 12 мини примерим 5S смартфон. И посмотрим, насколько он габаритнее, массивнее и так далее в сравнении. Вот это будет интересно, потому что меня интересует именно 12 мини. Вот я хочу, наверное, все-таки его заказать себе. Но, конечно, по хорошей цене, как обычно. Итак, ребят, что у нас тут еще? У нас тут дальше это вот такие вот у нас есть наушнички. i30 TWS. Опа, смотрим. Так, тут у нас все запаковано. Давайте сейчас откроем, посмотрим. Так. Так. Как тут? Оп. Вот так вот. Вот такой вот кейсик. Вот, можете заценить. Внизу подключение Type-C или это Lightning, не знаю, сейчас посмотрим. Открываем. Внутри наушники. Петля. Ну, вроде неплохо. Сами наушники, ребят. Вот он, наушничек. Вот такой вот плана. Габариты. Смотрите. Ну, если интересен обзор, пишите в комментариях. Сделаем в отдельном видосе на эти наушники. Так, смотрите, что в комплекте. В комплекте у нас тут есть шнурок для наушников. Вот, чтобы это все повесить на шею. Такой силиконовый. И плюс еще кабель зарядки. Да, ребят, здесь у нас на Lightning. Смотрите, не Type-C. То есть, получается, это у нас подходит под оригинальный кабель даже айфоновский. Оп, и заряжаете свои наушники. Короче, если интересно, ставьте лайки, сделаю отдельно обзор про эти уши. Еще у нас есть это кейс, который у меня уже раньше был на распаковках. Это как раз таки к нашим наушникам. Для AirPods 2 силикон кейс. Как он выглядит, давайте я вам сейчас покажу. Значит, крышка отдельно и вот низ. Вот он, силиконовый кейсик. Так, у меня был с карабином и сразу же такой вместе крышка. Это чуть другого плана. Блин, короче, ребят, давайте я сейчас это все разгребу, посмотрю, какие там у нас есть чехлы. Может, что-то еще на 12 есть. И потом вам все покажу, посмотрим, примерим.